Капельная дверная конструкция перед нами. Дверь толщиной около 30 сантиметров, высотой около метра. Основание петли сделано также из камня и входят в пазы каменной породы. Зайдя в такую пещеру и закрывшись в такой двери, можно было себя чувствовать вполне в безопасности. Сейчас мы попробуем подвигать. Да, дверь сейчас уже так она не поддается легко движению. Но тем не менее, отодвинуть можно. Что мы здесь? Зайдя через эту дверь, мы видим пещерную полость неправильных вырубленных вулканических породах, легко поддающиеся созданию за счет откалывания таких гигантских блоков и выноса их затем на улицу. В аналогичных пещерах поблизости мы могли наблюдать зерновые ямы. То есть люди вполне в эпоху Средневековья эти пещеры могли использовать и использовали в качестве не только жилья, но и убежища во время опасности. Проживая здесь какой-то период времени, пока это позволяла ситуация на поверхности. Пройдем в дальние залы? Можно пройти в дальние залы.